Общественное российское телевидение начинает свой заключительный репортаж о финальном матче 60-го чемпионата мира, который завершается сегодня в Вене. На льду сборные команды Чехии и Канады. Первые пятерки на льду. У канадцев Уэсли и Майер в защите. Нападающие Мэй, Жомфе и Матсос. Кстати, вот эта тройка, это единственная тройка в канадской сборной, которая не подвергалась никаким изменениям тренерами канадской команды. Остальные звенья и тройки в какой-то степени менялись по ходу чемпионата. У чехов также первая пятерка. Ставьяна и Вебер в защите. Бонг, Белоглав и Выборны в нападении. Белоглав здесь заменил в этой пятерке Иржи Допиту, который, как вы знаете, попал в больницу с аппендицитом. И вот сегодня играет вместо него Белоглав. Уже, я смотрю, канадцы провели смену своего первого состава. Выпустили вторую пятерку на лед. А чешские хоккеисты пока играют первым звеном. И о вратарях. Джозеф в воротах канадцев, который, конечно же, прекрасно провел последние две игры с финнами и с нашей командой. И Турек, который признан лучшим вратарем чемпионата журналистами. Введен в первый состав. Атака чехословацкой команды. И вполне возможно, мог сейчас Рейхель поразить ворота канадцев, но хорошо, надежно сыграл Джозеф. Этого матча мы, конечно, ждали с большим интересом и надеялись, что в нем будут играть и наши хоккеисты. Но вот поражение по штрафным броскам от канадцев, и мы оказались за чертой финала. Роман Турек. Хороший голкипер. Он и в прошлом году в Швеции показывал прекрасную игру, хотя и дебютировал в сборной команде Чехословакии, Чехии. И на этом чемпионате вы видели только что его показатель. Он лучший среди голкиперов. Канадцы бросок издали. Но сегодня будет наверняка много и дальних бросков, поскольку очень внимательно, особенно в начале матча, будут играть команды в защите. Это несомненно. И вот такая будет вязкая борьба на протяжении всего матча за каждую шайбу. Канадцы это мы видели, не раз умеют делать, о чем они свидетельствуют, как бы подтверждая мои слова и сейчас. Чешские хоккеисты выбрасывают шайбу из своей зоны, и она опять у канадцев. Вновь вбрасывание, такой простой вариант атаки, вбрасывание в зону соперника. И теперь там идет борьба. И еще раз чешские хоккеисты отправляют шайбу из своей зоны. И не сказал я еще о судье. Вновь Герхард Мюллер, судья из Германии. Третий матч решающий подряд судит этот хороший арбитр. И вот все эти три матча как раз попали на игру канадской команды. Чешские хоккеисты с шайбой. 27-й Мелузин из-за ворот пытался сделать передачу, не получилось. Шайба у канадцев пока в средней зоне. Но это был не бросок, это скорее вбрасывание в расчете на отскок шайбы от борта и на добивание потом набегающим нападающим. Не получился этот прием. И еще одна попытка войти в зону у канадцев. Вязкая борьба, но это следовало ожидать в первые минуты матча. Вот сейчас уходят вперед чехи. Ну, а я передаю слово моим коллегам, которые находятся в Вене на стадионе, и они продолжают репортаж. Ну, с первых же минут тренер канадской сборной Том Ренни стал тасовать звенья, поэтому сейчас такое смешанное сочетание на площадке: Ферраро, Фризен и Кэссел. 17 номер защитник Вебер. Да, против каждого звена надо приспосабливаться, поскольку есть какие-то оттенки в игре. И, естественно, это затрудняет действия защитников чешской сборной. Однако вот контратака у них всегда очень хорошая. Выход из зоны. Разыгран 17 бросок проводом. Шайба была парирована вратарем. Сайдер. В составе канадской команды 5 чемпионов мира 1994 года. Один из них защитник Дэрил Сайдор.
На у чехов, как я уже сказал, один чемпион мира Антонин Ставьяна. Бросок поворотом. Практически без замаха бросок, довольно опасный. 4 минуты сыграно в первом периоде. 0-0 в финальном матче. Грин с шайбой. И Выборный ведет с ним борьбу. Нет, контратаки не получилось. Смена составов в этот момент. Канадцы на скорости. Ворвался в зону Матсос. Да, Матсос очень хорошо начал игру. Заметен. Ну, кстати, Скукис не выступает в НХЛ. Он имеет контракт с национальной сборной Канады. Он и вратарь Вернер. Но сегодня еще один финал. Не только финал чемпионата мира ледового, но и финал чемпионата мира по настольному хоккею. Для журналистов организован был этот турнир. Здесь очень много российских журналистов, более 50 человек, представляющих все крупнейшие российские газеты и, конечно, крупнейшее телеграфное агентство и Тартас. Но вот никто из них в финал выйти не смог, а в финале встречаются журналисты Швеции и Чехии. И победитель этого матча по настольному хоккею получит, даже страшно сказать, что автомобиль «Шкоду» и может вернуться вот на этом новеньком симпатичном автомобиле к себе домой. Сбито дыхание у американского, у канадца, и сейчас ему оказывает помощь доктор. Ну, естественно, очень много будет силовых единоборств, жесткой борьбы, это понятно. Чешская сборная. Хорошая комбинация была разыграна на правом фланге. И вот чем она закончится. Канадцам удалось уйти в отрыв. Двое против двух. Нападающий Жанфе с шайбой. И с ним борется Выкоукол. Самое результативное звено сейчас у чешской команды на площадке. 22-й Кисело, 26-й Райфель, 21-й Ланд. Атаковал центральный нападающий Райфель. Помните, в 90-м году на чемпионате мира очень хорошее было звено в составе чешской сборной. Ягр, Райхель, Холик. Ну вот Райхель вернулся из НХЛ, сейчас выступает в Германии. И один из лидеров сборной Чехии. Бросок, гол! Капитан канадской команды Стив Томас на 6-й минуте первого периода открывает счет. Итак, 1-0. Давайте посмотрим сейчас повтор. Надо сказать, что канадцы поймали соперника на противовходе. Вот обратите внимание, на скорости вошел в зону и сразу бросил. Причем с острого угла очень мощно. Турок явно не рассчитал. Он вышел вперед, но открыл, чуть-чуть открыл левый угол. И вот туда была послана шайба, очень мощно и точно. Итак, канадская команда выигрывает, а в атаке сборная Чехии. Четвертое звено. Уйчик, Кучера, Милузин. Кучера центральный нападающий. Милузин. Не получился там пас на пятачок. Макэмон, Фризен. И два хоккеиста очень хорошо взаимодействуют. Потому что в свое время входили в молодежную сборную Канады и выигрывали молодежный чемпионат мира. Играли вместе в одном звене. Очень мощная атака канадцев. Пока чешская команда никак не может наладить свою фирменную игру. Владимир, как вы считаете? За счет очень высоких скоростей, перемещений, активной игры по центру канадцам удается как-то перехватить инициативу. Чешские хоккеисты чуть-чуть медленнее играют. Мне кажется, они сейчас стараются не допустить ошибок. И вот эта некоторая робость сказывается на общем фоне матча. И канадцы предложили высочайшие скорости, но сумеют ли они выдержать до конца? Хватит ли сил у них? 6 минут 23 секунды сыграно в первом периоде. 1-0. И у чешской команды первое звено. Центральный нападающий Белохлав проиграл вбрасывание. Корея.
Карие смело вступает в единоборство более рослыми, мощными соперниками и часто выигрывает вот эти дуэли. Белохлав. Как непросто по флангу пройти. Кария. Стартовая скорость просто великолепная. Верхом переправлял шайбу через клюшку соперника. Но чешские хоккеисты, перехватив ее, откатились назад. Вот из глубины площадки от своих ворот они стараются как бы получить пространство и атаковать. Но как внимательно играют канадцы. Позиционно очень грамотно, четко. Дюшен. Чешские хоккеисты действуют разрозненно. Силовой прием был применен по всем правилам. Очень жестко сыграл сейчас Дрюгелли. И вбрасывание. Хотелось бы напомнить, что сборные Чехии и Канады встретились впервые на чемпионатах мира в 1920 году. Тогда был проведен первый мировой чемпионат, проводился он в рамках олимпийского турнира в Антверпене. И вы знаете, с каким счетом хоккеисты сборной Чехии проиграли канадцам? 0-15. Ну и в последние годы канадцы имеют некоторые преимущества. Вы уже сказали, Владимир, что в прошлом году в матче за третье место канадцы обыграли чешскую сборную 4-1, как и на чемпионате мира 1994 года, как и на Олимпиаде в Лиллехаммере, как и на Олимпиаде в Ольбервилле. Так что в последние годы канадцы довольно успешно играют с чехами. Выход 1-1, бросок, гол! Нападающий Роберт Ланг из клуба Лос-Анджелес Кингс на 8-й минуте первого периода сравнивает счет. Один из лучших бомбардиров турнира. Прекрасно сыграл Лан. Сумел перехитрить вратаря. Вот обратите внимание. Мартин Бродер рассчитывал, что последует бросок, но не сумел сгруппироваться, сместился в правый угол, а в левый была заброшена эта шайба. Еще один выход, 1-1. Бросок Бродер. Теперь Бродер сумел отбить шайбу, и чешские хоккеисты использовать вот этот момент. Некоторая растерянность у канадцев. А вот это равновесие неизвестно в какую сторону склонится чаша весов. Напоминаю, что вы смотрите прямой репортаж о финальном матче 60-го чемпионата мира по хоккею. Репортаж, организованный общественным российским телевидением. 8,5 минут сыграно в первом периоде, 1-1. И у чешской команды сейчас очень неплохо провело смену третье звено. Три нападающих из клуба Кладно, 24-й Вейвода, 10-й Паттера, 20-й Протасков. В полуфинальном матче с командой США именно это звено внесло основную лепту в победу чешской сборной. Из 5 шайб, заброшенных чешской сборной, 4 на счету этого звена. 2 Вейвода забросил, по одной Паттера и Протаска. А вы видели момент атаки чешской команды и очень хорошую игру вратаря. Однако, вы знаете, все-таки, конечно, сейчас вот несколько снизились скорости. И, может быть, это в какой-то мере на руку хоккеистам Чехии, которые более осмысленно и оригинально, я бы сказал, действуют, вот когда именно такой темп. Они получают пространство, быстро маневрируют, очень хорошие точные передачи. Практически без потерь играет чешская команда при передаче шайбы. И это главное. Действует синхронно. Очень яркая такая командная игра. Но канадцы непредсказуемы. В любой момент они могут взвинтить темп, сыграть на высоких скоростях очень жестко. И если вот выдержат хоккеисты Чехии, порой такие сложные психологические моменты, когда надо терпеть, может быть, и биться буквально с соперником
у борта в центре площадки, то тогда они могут завладеть инициативой. 9,5 минут позади в первом периоде. И вновь атака канадцев. Хороший пас, бросок. Ферраро атаковал. Опытнейший Рэй Ферраро на ваших экранах. Мне вспоминается, как прекрасно Ферраро выполнил штрафной бросок. Сумел обыграть нашего вратаря. И, кстати, он говорил вчера, вот мы с ним беседовали, что Ферраро просто был великолепен, и трудно было предугадать, как же он будет действовать в последнюю секунду, куда же он бросил шайбу. И она попала между щитков. Выколкал. Сикора выколкал. И первое звено. Бонд, Белослав и выборная у чешской команды. Давид выборный, очень способный, как мне кажется, хоккеист. Шайбой. Хорошая обводка у него. Браток в ближний угол. Кория. Грин. Вновь Кория. Но как внимательно играют чешские хоккеисты против Кории. Буквально персонально. И нападающие сопровождают его вдоль средней зоны, как правило, все его рейды. И в зоне соперника тоже атакуют два игрока. Мэй. Очень сильный пас. 11 минута идет первого периода. Пока ничья. 1-1. И трудно отдать предпочтение какой-либо из команд. Сайдер бросил шайбу в зону, но там оказался раньше всех защитник Каберле. Вновь Сайдер. Райхель. Стоило канадцам чуть-чуть как-то расслабиться в обороне после успеха. Они на 6-й минуте, Тим Томас открыл счет. И поверить в то, что они перехватили инициативу, как тут же были наказаны. И Роберт Ланг вышел один на один, забросил ответную шайбу. Ну, вообще, это особенность, в общем-то, чешской сборной. Любую ошибку в обороне, малейшую ошибку, чешские хоккеисты очень удачно использовали на этом турнире. Людок Бухач, прекрасный тренер, великолепный тактик. Очень хорошо знает хоккей по обеим сторонам океана. В свое время играл за сборную Чехословакии. Выезжал на стажировку в Северную Америку. Но огромный опыт у этого тренера. И мы видим, как готова команда. Она была создана уже года два назад. И какой-то есть костяк. В основном это хоккеисты, представляющие чешские клубы. Несколько легионеров. Но есть костяк, вокруг которого формируется эта сборная. Поэтому не случайно хорошая сыгранность, взаимопонимание. Все это видно в игре. Но вообще Бухач в последние годы отошел от своего принципа. Он раньше формировал сборную в основном практически только из хоккеистов, играющих в Чехии. Но вот в этом году совершил поездку по Канаде, по Северной Америке. Нескольких игроков привлек из НХЛ. Какая я думаю, что шайба не оказалась в воротах. Обратили внимание, и канадцы явно допустили промах. На правом фланге не было защитника, который помогал нападающим. И вот чешские игроки это использовали. По существу получилось двое против одного. Такой вот численный перевес. И хорошо сыграл вратарь сейчас у канадцев Куртис Джозеф. Сикора. Сикора и Вебер в нападении. В обороне, а в нападении звено Кучеры. Макэмон. Вне игры. И 7 минут и 14 секунд до окончания. До окончания первой 20 минут. Ну вот, Владимир, все-таки, наверное, болельщики в России ждут от нас какого-то комментария к игре нашей российской сборной. Я думаю, что это еще будет долго обсуждаться.
И, наверное, нужен серьезный анализ. Нельзя говорить однозначно о выступлении нашей команды, которая здесь произвела очень хорошее впечатление, особенно на старте. И по именам она была тоже одна из лучших. Но хоккей есть хоккей, и, конечно, всякое может произойти в такой игре. Тем более, когда соперники здесь очень серьезные. Ну, кто мог предполагать, что финны, чемпионы мира, окажутся за чертой призеров. Шведы, фавориты, всегда на всех практически турнирах тоже не сумели пробиться вот в число сильнейших. Однако на пресс-конференции, которая вчера была в присутствии 50 наших журналистов различных изданий, и продлилась далеко за полночь, выступал Валентин Сыч перед журналистами, президент нашей федерации, главный тренер Владимир Васильев. В основном говорили о том, что все же не хватило сил, и команде не хватило свежести для того, чтобы как-то сыграть вот так же, как она начинала этот турнир. Приводились такие факты, что многие игроки Национальной хоккейной лиги провели более 80 матчей. Естественно, сложно было как-то вот находиться в хорошей форме, сохранить ее здесь. Хотя тренеры сделали все для того, чтобы команда смогла довести этот турнир до победы, до хорошей концовки. Но где-то, может быть, не повезло. Была своеобразная лотерея с буллитами. Возможно, и некоторые игроки все-таки поверили в легкий успех. И это сказывалось в ходе матча. После первых периодов наша команда, как правило, была впереди, но затем сбавляла темп и создавала себе дополнительные трудности, боролась изо всех сил, но что-то было упущено. Словом, здесь очень много можно говорить, и, наверное, еще не раз мы вернемся к этой теме. Но факт остается фактом. Мы не смогли завоевать медали на этом чемпионате. Но вот, продолжая разговор о нашей сборной, пока пауза в игре, наверное, существует такое мнение, что, может быть, следовало бы составить команду на чемпионат мира в основном из хоккеистов, играющих в России. Но я считаю, что это полная ерунда просто, потому что и Владимир Васильев вчера это отметил на пресс-конференции, уровень сейчас нашего внутреннего чемпионата настолько невысок, что вот те четыре игрока, которых тренеры из нашей межнациональной лиги сборную привлекли, это по существу тот максимум, который можно было привлечь. Хотя молодые способные хоккеисты у нас есть. Это и спартаковцы Клевакин, Япончинцев, это московские армейцы Петрунин, Самсонов, это Зюзин из Салавата-Юлаева, Афиногенов из Салавата-Юлаева. Но пока это очень молодые игроки, с ними надо много работать. Со временем они могут пополнить ряды сборной России, конечно. Ну и кроме того, Валентин Лукич Сыч, президент нашей федерации, говорил, что нужно менять программу подготовки, постараться оставить талантливых хоккеистов в клубах, создать им материальные хорошие условия. Вот над этим будет серьезно работать федерация. И выразил надежду, что уже в следующем сезоне не будет такого оттока игроков в зарубежные клубы, как это было до сих пор. В общем, много проблем, много задач. А у нас здесь пока идет уже 15-я минута. И удаление 1-1, но удаление уже. Удар соперника локтем, Трэвис Грин удаляется. Первое удаление в сегодняшнем матче. Ну и нужно напомнить, наверное, что наиболее удачно в большинстве на этом чемпионате сыграла наша сборная. 16 шайб из 33 забросила в численном большинстве. Что касается чешской команды, то показатели более скромные у нее. Всего лишь 7 шайб чехи провели в численном большинстве. Итак, выбрасывание и хоккеисты третьего звена. Вот эта тройка очень интересная из клуба Кладно. Все хоккеисты 24-й Вейводос. И Прохаска. И в обороне здесь 12-й Каберли. И вот с шайбой он сейчас 5-й Кадлет. У чешских игроков очень много наигранных комбинаций в большинстве. И не раз они демонстрировали это в матчах турнира. Патера. Вне игры. И еще полтора минуты приблизительно. Чешская команда будет иметь численное преимущество. Вот смотрим. Повтор. Своеобразная коробочка была сделана Паттера, который не устоял на ногах.
Итак, вбрасывание у чешской команды, те же хоккеисты. А у канадцев Кория, Маскос, Мейер и Уэсли обороняются сейчас. Кстати, Кория проводит больше других времени на площадке. Он не только хорош в атаке, но и умело действует в обороне, помогая своим защитникам. Кадлет. Прохаска. Очень хорошее катание у этого хоккеиста. Очень хорошо владеет коньками. Паттера. Ай-яй-яй. Вот мы уже отмечали неоднократно, что у канадцев лучше получается прием шайбы, посланной верхом, низом. Это уже с ранних лет они вот эти приемы отрабатывают. И можно сразу отличить игрока из Северной Америки от европейца. Именно вот по этим качествам. Прошел воротам. Ошибка защитников. И чуть было... Канадцы не наказали. Почти то же самое, что было во вчерашнем матче сборных России и США. Такой же момент острый, как и у наших ворот вчера был. Но правда на этот раз шайба в ворота не попала. Лан. Канадцы очень умело обороняются в меньшинстве. Против Ланга там хорошо силовой прием применили. Причем вот эти силовые приемы как-то выводят из равновесия игроков, и они начинают немножко попаиваться соперника, и это сразу улавливают канадцы, и тут же могут взвинтить темп, атаковать очень жестко, мощно. Три минуты до окончания первого периода. Да, пока 1-1 в этом матче. Напомню, на 6-й минуте Тим Томас открыл счет, очень хорошо использовал контратаку и застал врасплох Романа Турека. А на 8-й уже отличился Роберт Ланд, вышедший 1-1, и очень эффектно переиграл Куртиса Джозефа. Белохлав. Бонг. Не так-то просто достать врасплох этого опытного вратаря в ближний угол. Но, вы знаете, мне вспоминаются те времена, когда выступало поколение Всеволода Боброва, и он один из первых у нас вот так из-за ворот забрасывал шайбу, перехватывая, кстати, одной рукой клюшку ближе к крюку. И это настолько дезориентировало вратаря, что такое было впечатление, что его просто нет в воротах. И Бобров забрасывал шайбы. Ну, сейчас это было несколько попроще. И тут вот обратите внимание, ближний угол прикрыл вратарь. Он почувствовал эту ситуацию. Еще раз при повторном броске тоже выиграл. И клюшкой так сыграл очень хорошо, шайбу накрыв. Вбрасывание в зоне канадская команда. Кэстл и Кучера. Шайба вышла в среднюю зону. Вебер. Судья досталась тут Мюллеру. Немножко. Удар по руке. Удаление. Опять у канадцев. Ну, практически до конца первого периода канадцы вот будут играть в меньшинстве. Как расстроен канадский хоккеист Фризен. Действительно обидно. Обидно, и он понимает, что сейчас, оставив своих партнеров в меньшинстве, он предоставил возможность сопернику воспользоваться вот своим шансом. Тем более, что вбрасывание в зоне канадской сборной. И опять у чехов выходят хоккеисты третьего звена во главе Паттера. Десятый номер Паттера, 20-й Прохаска, 24-й Вейвода. Очень хорошее впечатление производит вот этот центральный нападающий Павел Паттера из Кладна, 24-летний форвард. Хороший тактик, умело действует в обороне и может сразу же организовать вот атаку. Выделяется среди других центральных нападающих. Вот шайба у него. Каберле.
Хорошо сыграл Прохаска. Шайба остается в зоне канадской сборной. Но бросков маловато. Вот бросок по воротам. Удалось вывести Мейеру шайбу из зоны. Каберле. Минута 24 секунды остается до конца периода. Пока 1-1. Чешская команда имеет численное преимущество и начинает атаку от своих ворот. Не совсем расчетливо была сделана передача, однако перевод на другой фланг шайбы представляет какую-то угрозу. Здесь Ланг. Канадцы очень внимательно по-прежнему играют на своем пятачке, практически не давая шансов сопернику вот выйти на это место, добить шайбу, посланную издали или со средней дистанции. Вот Пол Кореи перехватил шайбу, набирает скорость. Очень опасно. Справа открывается его партнер. Отличная передача. И не сумел. Матсос воспользовался вот этой передачей Пола Кореи. Кучера. Райхель. Бросок. Опаснейший бросок. Между прочим, сейчас у чешской команды 4 нападающих и 1 защитник. Звено Райхеля, еще Кучера в нападении. Третий номер защитник Некар. Некар из отставы Сенаторс, одноклубник Алексея Яшина. И с ним в паре 29-й Сикора из Сан-Хосе Шарк. Всего в составе сборной Чехии 4 хоккеиста из Национальной хоккейной лиги. Ну и один из них, Роберт Ланг, сравнял счет. 21 секунда до конца первого периода. Хороший хоккей, Владимир, показывает обе команды. Да, первый период произвел хорошее впечатление, был очень динамичным. Трудно дать кому-то предпочтение по броскам. Канадцы впереди, но всего лишь на один. Вот так мы видим вот эти данные на мониторе. 11 раз атаковали канадцы, 10 чехи. Равная борьба, много интересных эпизодов. Словом, это хоккей, достойный финала чемпионата мира. В полном составе канадская команда. Дважды в первом периоде чехи имели численное преимущество и довольно, так сказать, неубедительно выглядели в это время. Ну, видимо, последняя атака в этом периоде. 18 номер Бонг. Кстати, еще один хоккеист из НХЛ. И все. Первый период финального матча чемпионата мира завершен. Ничья 1-1 в матче сборных Чехии и Канады. У чешской команды второй период начинает второе звено, звено Райхеля. Кысела, Райхель и Ланг. Причем Ланг играет в центре. Обычно мы видим в роли центрального нападающего Роберта Райхеля. Но вот сдвоенный центр в этом звене, и это сюрприз своеобразный, мне кажется, для канадцев, поскольку Райхель больше выполняет роль атакующего флангового игрока, а Ланг более успешно действует в обороне, словно третий защитник. Видимо, такая вот задумка у тренера, именно так построить эту пятерку. 40 секунд сыграно во втором периоде, по-прежнему 1-1. Боджер. Кстати, Боджер 10 лет назад здесь играл в Вене. Когда канадцы такую ножку подставили нашей сборной, проиграли шведам 0-9. И нашим в последнем матче с чехами надо было забивать 10 шайб, чтобы стать чемпионами мира. Ну, конечно, эта задача была не под силу даже той нашей блистательной сборной образца 87-го года, где играли Макаров, Ларионов, Крутов, Петисов, Касатонов и многие еще другие выдающиеся мастера. Я только что в кулуарах этого дворца спорта встретил Владимира Петрова, участника, кстати, вот того чемпионата мира. Но спросил его, как будут развиваться дальнейшие события. Он сказал, что, по-видимому, концовка все-таки будет за канадцами. Они проявят характер, постараются биться до конца. И если вот чешской сборной удастся выдержать
то тогда многое может решить вот именно на последних минутах матча. Но так многие думают, что не обойдется и без дополнительного времени, а может быть и потерянных пенальти штрафных бросков. Ну, кстати сказать, в финале, согласно регламенту чемпионата, дополнительный период, если он будет, дополнительный период продлится 20 минут, а не 10, как было в полуфинале, как в четвертьфинале. И, естественно, игра будет вестись до первой заброшенной шайбы. А на экранах Пол Корея очень часто его показывает. На экранах действительно звезда мировой величины хоккейная. И он играет в своем клубе Анахайм вместе с селяне и нашим Романом Аксютой. Это прекрасное звено, они дополняют друг друга. И в жизни как-то дружат очень. Аксюта много рассказывал о Поле, о их взаимоотношениях в команде. Уйчик. Очень хорошая скорость у этого хоккеиста. Он мне очень понравился в предварительном турнире, когда чешская сборная в стартовом матче встречалась с командой Швеции. И тогда имел наибольшее количество моментов. И, в общем-то, действительно, все убедились в его мастерстве. Несколько раз просто действовал не только как-то в командном таком сочетании, но и индивидуально очень хорошо играл. И сейчас он постоянно нацелен на ворота. Постоянно вся игра строится через него. Быстрый, хорошо работает клюшкой, маневренный игрок. И с великолепным броском. Вот на ваших экранах нападающий Виктор Уйчик выступает в клубе «Славия». Кстати, лучшим бомбардиром чемпионата Чехии нынешнего года стал знаменитый хоккеист из «Славии». Но он играл и в НХЛ, и в Европе. Но вот вернулся к концу карьеры домой Владимир Ружечка. Конечно, любители хоккея его помнят. Чемпионом мира становился в 85-м году. Однако 33-летний Ружечка в последнее время не в лучших отношениях находится с Людоком Букачем, главным тренером сборной Чехии. И Букач отказался его привлечь в состав. Так что вот клуб «Славия», очень популярный столичный клуб чешский, представляет сборной 11 номер Виктор Уйчик. Четвертая минута второго периода, пока 1-1. Пол Корея. Некар. Корея все время старается уйти от своих опекунов, выйти на свободное пространство, получить передачу. Но вот чешские хоккеисты атакуют сейчас очень хорошо. Радек Фонс прошел через всю площадку. И шайбу Джозефа. Даже непонятно. В свое время Джозеф прекрасно играл за Сент-Луис, однако не устроил чем-то. Такой прекрасный вратарь не устроил чем-то знаменитого Майка Кинана. И Кинан избавился от Джозефа. Джозеф оказался в клубе Эдмонтон Ойлерс. О Куртисе Джозефе многие говорят, канадские специалисты, что ему просто небо помогает, поскольку он очень добрый человек. Мы уже рассказывали о том, что он выкупил во дворце спорта в Эдмонтоне ложу для больных детей, их опекает. Они встречаются со знаменитыми игроками. Он это добрый, очень отзывчивый, хороший парень и прекрасный вратарь. Томас. Бросок. Матсов бросал поворотом. Роман Турок сыграл очень хорошо. Обратите внимание, мощнейший бросок. В нижний угол шла шайба. Роман Турок, опытнейший голкипер чешской сборной. У него за плечами 3 чемпионата мира, олимпийский турнир в Лиллехаммере. Однако он долгое время был вторым вратарем после Петра Бржизы. Но вот по существу первый турнир крупный, на котором Турок в роли основного голкипера выступает. И, видите, выглядит совсем неплохо.
Отмечу, что Бржиза был в прекрасной форме в этом сезоне, и в этом мы убедились на шведских хоккейных играх в феврале, когда он просто прекрасно играл в финале этих соревнований против команды Швеции. И казалось, что кандидатура его бесспорна, но, тем не менее, его нет в составе чешской сборной на этом чемпионате. Сайдер. Матсос. Сайдер вновь. Канадцы очень хорошо комбинируют, и в центре оказался Корея. Причем его атаковали два рослых игрока сборной Чехии, но он устоял на ногах и сумел отправить шайбу в среднюю зону. Из членов отстал Пол Корея, игрок, который каждый раз оставляет о себе говорить, и часто в каждом матче он выделяется. 19 номер Радок Белохлав, нападающий из клуба чешский Будуйовец. Вебер. Дюшен. Кучера. Очень опасен в этом звене центральный нападающий, опытнейший игрок Иржи Кучера. Очень нестандартно порой действует. Но чувствуется, что соперники стараются не рисковать. Уже не те скорости, осторожная позиционная игра в средней зоне своей. И простейшее решение сбрасывания шайбы верхом, к лицевому борту, атака. Но не мудрствует вот в этой равной игре. Скамейка запасных канадской сборной. Я напомню, главный тренер канадской команды Том Ренни. Молодой довольно специалист. Добился уже больших успехов. Серебро в Лиллехаммере на Олимпиаде. Золото в Мюнхене. Тогда он был ассистентом Джорджа Кингстона. Бронза в прошлом году. И вот теперь минимум серебряные медали канадцы получат. А помогают Ренни Энди Мюррей и наставник молодежной сборной Канады, которая выигрывает последние годы регулярно чемпионата мира, Майк Джонсон. Ферраро. Корея. Ошибается ланг, да. Не удается контратаку организовать хоккеистам Чехии. Канадцы получают пространство и атакуют на скорости. Но в этом и есть, в общем-то, тактика чешской команды. Вот контратака и шайба в воротах. И опять Роберт Манн, вы видите его крупным планом. Скидывает руки, держит, попадает в объятия своих партнеров. Вперед, слышите, хоккеисты Чехии. Казалось, что канадцы больше владели инициативой, имели территориальное преимущество. Атаковали, многое получалось. Ну вот, контратака, единственная, пожалуй, вот за этот игровой отрезок, принесла успех хоккеистам Чехии. Передача направо и Олан очень мощный, точно в ближний угол. Вратарь не сумел сместиться чуть-чуть вправо и парировать эту шайбу. Но какие-то, по-моему, там споры вызвала эта шайба. Давайте посмотрим, в чем же тут может быть спорный момент. Засчитали гол, засчитали. Да, засчитали. И что творится на скамейке запасных чешской сборной? Дело в том, что шайба выскочила из ворот. И это канадцы считали, что она вообще попала в штангу. Видимо, у них было такое впечатление. Слишком сильно была послана шайба с угла площадки. И она, ударившись, видимо, в стойку посередине, выскочила с поля.
но при повторе было видно, что она побывала в воротах. Ну вот Ланг забрасывает свою пятую шайбу на турнире и становится лучшим бомбардиром. До этого матча в споре бомбардиров лидировали наши российские хоккеисты Алексей Яшин и Сергей Березин. У них было по 9 очков, 4 заброшенных шайбы, 5 точных передач. Ну вот Ланг теперь тоже набирает 9 очков, но забитых шайб у него больше, поэтому он становится пока лучшим снайпером. Да, у канадцев лучший Трэвис Грин пока. 5 плюс 3, 8 очков. Вторая шайба Ланга в этом матче. Прохаска атаковал. Матсос. Патера. Вновь прохаска. Каберле. Хорошую комбинацию закрутили там в углу площадки хоккеисты Чехии с выходом к воротам. И опять мы видели рейд Мартина Прохаски за воротами. В первом периоде он также вот атаковал. И вратарю стоило немало хлопот Куртису Джозефу парировать шайбу, посланную в самый угол. И сейчас аналогичная ситуация. И Куртис Джозеф сумел преградить путь шайбе. Но чешская команда сейчас чуть-чуть поактивнее играет. Мне кажется, небольшая растерянность у канадцев. Они явно не ожидали вот такого поворота событий. 6 минут 51 секунда позади во втором периоде. 2-1. И если канадцам не удастся сдвинуть темп, атаковать на высоких скоростях, играть жестко в обороне, то они могут упустить шанс уже в этом периоде, чтобы как-то выровнять игру. Пока чешские хоккеисты действуют очень собрано. Им удается и командная игра, и индивидуальные действия. У чехов на площадке первое звено. Бонд, Белослав и Выборная. А вне игры за красной линией принимал шайбу Пол Корея. Такое впечатление, что Корей не уходит с площадки. Он постоянно на льду, постоянно опасен, постоянно атакует ворота соперников. Он молод, ему 21 год, конечно, сил много, энергии, желания. Ну и потом надо подтверждать свое мастерство, свой высокий авторитет. Один из самых результативных игроков национальной хоккейной лиги. Входит в шестерку сильнейших. Главный тренер чешской сборной Людок Бухач. А на этом турнире ему помогают Зденек Ухер и Славомир Ленер. Ухер, кстати, привозил сборную Чехии в декабре прошлого года в Москву на приз «Известий». И из того состава только один хоккеист попал на чемпионат мира. Это нападающий 13 номер Давид Выборный. А вот на турнире Кубок Карьела, который проходил в те же дни в Финляндии, 11 участников нынешнего чемпионата мира выступали в составе чешской сборной. Вебер. Сайдер. Макэмон. Макэмон призван и Кэссел у канадцев. Мне кажется, очень хорошо проводит встречу арбитр. Герхард Мюллер не дает разыграться страстям и свести сюда по делу. Причем вот сейчас была показана скамейка штрафников. Нет, это скамейка запасных игроков канадской команды. И, вероятно, вы обратили внимание, что один из ассистентов тренера с наушниками. Кто-то из помощников... Это Энди Мюррей. Да, кто-то из помощников Тома Рени находится на трибунах и по радиотелефону корректирует игру, обращает внимание на те или иные детали. И потом эта информация поступает уже главному тренеру Тома Рени, который по ходу игры принимает решение. Боджер.
и выбрасывание. Ну что ж, 9-я минута заканчивается второго периода. 2-1 впереди хоккеисты Чехии. И сейчас они больше владеют инициативой. Им удается командная игра. Очень быстрая контратака. Канадцы чуть-чуть медленнее. И вот, наверное, это дает возможность чешской сборной владеть инициативой. Хотя вот в начале матча именно активная, острая игра канадцев делала их хозяевами положения. Но сейчас как бы команды обменялись ролями. Надолго ли? И если вспомнить предыдущие матчи сборной Чехии на этом турнире, то, как правило, она прибавляла именно в третьем периоде в скорости и в разнообразии атак. Так что не исключено, что третий период чешские хоккеисты сумеют провести еще быстрее, чем сейчас. Кагерли отправил шайбу за пределы площадки. В перерыве я видел, как тренер американской сборной бронзовых призеров чемпионата Рон Свильсон давал автографы многочисленным болельщикам. Они поздравляли его, просили автограф. Надо сказать, что на пресс-конференции после матча вчера он был в центре внимания. И когда ему сказали, что же он сказал своим подопечным после первого периода, когда наша сборная выиграла 2-0, он говорит: я выглядел сумасшедшим. Ворвался в раздевалку, кричал на своих подопечных и сказал: что вы делаете? На трибунах так много менеджеров различных клубов национальной хоккейной лиги. От того, как вы здесь сыграете, зависит ваша дальнейшая хоккейная карьера. Ставка слишком высока. И вот какой великолепный момент. И это так подействовало на хоккеистов Соединенных Штатов Америки, что они заиграли на высоких скоростях и сумели добиться успеха. Посмотрите, какой мощный бросок издали. Мощный, очень мощный. 2-2. Стив Томас. Вторая шайба в сегодняшнем матче. Вот видите, Ланд сделал дубль. И теперь Стив Томас, капитан канадской сборной. Мощнейший бросок в синей линии. Любопытно, что в этом матче отличаются лишь два игрока. Два хоккеиста, два нападающих. Стив Томас у канадцев и Роберт Ланд у чешской команды. Итак, почти 10 минут позади во втором периоде. 2-2. Белослав. Выборный. Пас не получился. Опять Корея на площадке, смотрите. Да, Корея просто двужильный. Он, наверное, больше 20 минут, так если в целом проводит на площадке, поскольку некоторые хоккеисты 10 минут, если суммировать, может быть, 12-13, а он больше всех. Выборный с шайбой. Играл этот хоккеист в фарм-клубе Эдмонтон Ойлерс, а сейчас выступает за Спарту, кстати, под руководством отца своего, Франтишека Выборны. Но со следующего года Спарту будет возглавлять один из тренеров сборной Чехии, Славомир Ленар. А Франтишек Выборный, отец Давида Выборны, отправляется в Японию, в клуб Саппоро. Ну, может быть, несколько странное такое решение. После работы в чешском хоккее отправится в Японию. Но сейчас в Японию и футболисты многие уезжают подзаработать. Милузин и Уйчек. Хоккеисты четвертого звена. Но у чехов все звенья опасны. От любого нападающего можно ждать угрозы. Поэтому чисто формально это звено четвертое. А так забросил уже 8 шайб на турнире. Хорошая контратака чешской команды. Вот, о! Да, сейчас возможность у Иржи Кучера была очень хорошей. Но шайба не удержалась на крюке клюшки. Еще одна опасность. Едва был канадцем. Бросок воротом. Да. Очень хорошо сыграл Куртис Джозеф. Да, пауза была необходима канадской команде.
И за 8 минут и 20 секунд до конца второго периода вбрасывание. Мне кажется, Том Рейни сказал своим подопечным то, чтобы они как-то не очень расходовали свои силы, эмоции, старались играть более позиционно, использовать любую возможность для контратаки, использовать ошибку соперников. Может быть, вот в этом он видит ход дальнейших событий, и третий период, наверное, канадцы, конечно, будут стараться атаковать на высоких скоростях, как они это могут, сыграть как можно жестче, может быть, в отдельных эпизодах. Но тут есть моменты, которые могут как-то вот быть в пользу канадцев. Пока же игра идет на равных, но чуть-чуть побыстрее чешские игроки, так если в целом говорить. Шайба в зоне чешской сборной. Ферраро. Мейер. Играет в Финляндии Мейер за Таппару. Канадские защитники играют строго позиционно. Ни один из них еще не появлялся в атаке. Практически без риска. Но во втором периоде несколько другой хоккей, да, Владимир? Более закрытый. Безусловно, здесь вполне понятно. Сейчас равновесие 2-2. И нельзя допускать ошибок. Но вот тут своеобразная дуэль тренерская. Во-первых, звенья постоянно меняются. И одно звено играет против другого. Тут же идет смена. Появляются игроки в различных сочетаниях. Все это, конечно, продумано еще перед матчем. И вот сейчас могут какие-то нюансы решить, чью пользу закончится этот период. Как и вчера, ошибка одна в обороне. Точнее, даже не ошибка, просто нелепая случайность. И сборная России осталась без медалей. Прохаска. Вейвода. И Паттера здесь. Кстати, Павел Паттера всю карьеру свою провел в одном клубе. Вкладно. Вейвода. Гелли. Бросок защитника Некера. Очень мощный бросок у него. И еще есть один защитник сборной Чехии, обладающий великолепным броском. Это Выколкал, четвертый номер. Последите за ним, когда он выйдет на площадку. Вновь Корея на льду. Конечно, у тренеров есть информация о каждом игроке и, в частности, о вратарях. С каких дистанций он больше пропускает шайб. Мне кажется, вот чешские тренеры обратили внимание на то, что Куртис Джозеф большинство шайб пропустил со средней и дальней дистанции. Не случайно сегодня больше атак именно издали. Издали бросает поворотом. Ну и Роман Турок, который очень хорош в ближнем бою, когда идет очень сложная такая борьба на его пятачке, как правило, выходит победителем, а вот издали он пропустил уже одну шайбу, когда счет стал 2-2. Помните бросок Томаса? Болельщики чешские как-то довольно они скромно смотрятся на трибунах, потому что мы, Владимир, по ходу турнира видели таких болельщиков порой, они такое тут вытворяли. А да. Эти просто флажками размахивают. Ну, сегодня финал, большое напряжение и, может быть, не до шуток. Ну, не знаю, не знаю.
Кучера. Прекрасный мастер. Смотрите, как держит шайбу. Но трудно там было, конечно, в борьбе с канадскими игроками. Вот седьмой номер. Опытнейший Антонин Ставьяна. Представляет он клуб «Всетин». Кстати, в прошлом году дебютант чемпионата Чехии «Всетин» стал победителем национального первенства. И в этом году повторил свой успех. Два года подряд подопечные тренера, известного в прошлом вратаря Хорста Валашика, кисты клуба «Всетин» выигрывают золотые медали чемпионата Чехии. И в составе сборной чешской несколько хоккеистов из этого клуба. Ставьяна, Вебер, это пара защитников. Второй вратарь Чехманок и тот самый Иржи Допита, который травмирован, который находится в больнице и сегодня, увы, участие в матче не принимает. Четыре минуты и 58 секунд до окончания второго периода. Вот такие перчатки продаются в киосках, причем они цвета флагов стран-участниц. И каждый может себе купить такую перчатку и как-то вот так на трибуне размахивать ей, поддерживая ту или иную команду. Здесь масса различных сувениров, как обычно на чемпионатах мира, с эмблемой, веселым пингвином. Но, конечно, главное событие – это сейчас вот финальный матч. И пока 2-2. Бонг. Бонг, Ланг. Такое смешное сейчас сочетание. И Райхель. Да, Людок Букач тоже по ходу матча делал какие-то перестановки в звеньях. Вполне естественно. Скорости не так высоки сейчас, и можно сделать осмысленный ход, хорошую передачу, сыграть как-то в острой такой комбинационной манере. Но канадцы очень внимательно подстраховывают друг друга. Как правило, центральные нападающие откатываются назад, помогают защитникам. И вообще большой объем работы выполняют и крайние форварды. Вейвода молодец, выиграл сейчас борьбу за шайбу. Выцарапал ее буквально у канадского игрока. Защитники очень аккуратно действуют в своей зоне. Ну, канадцы провели очень тяжелый полуфинальный матч со сборной России. Вчера не тренировались. А вот Том Ренни, тренер, устроил пресс-конференцию. Очень общительный, очень остроумный человек Том Ренни. Но мне кажется, что если бы определялся среди журналистов самый популярный тренер, им бы стал наставник американской команды Рон Уилсон. Вот мы рассказывали вчера его пресс-конференции. Но вы помните, он ведь отвечал на вопросы не только по-английски, но и на великолепном немецком языке. Это очень порадовало журналиста. Но мы думали, что он и на русском что-нибудь скажет. Но, увы, русский, видимо, пока не выучил так хорошо, как немецкий язык тренер американцев Рон Уилсон. Но, тем не менее, хоккей он наш знает хорошо. И это чувствовалось по ходу матча. И какие-то его задумки были видны. Словом, это опытнейший тренер, и думается, что он еще не раз будет возглавлять национальную команду Канады. А, как известно, сейчас он тренер Матти Дакс, Анахайм. Лукоукол. Ошибается неожиданно. Томас. Очень активен Томас. В различных сочетаниях выходит на площадку и сражается в каждом эпизоде, он заметил. 32 номер Стив Томас. Две шайбы забросил сегодня. Вот на шайбе у него верхом бросает ее в зону. И Дэвид Матсос, 19 номер. Знаете, прикрыл шайбу корпусом, сыграл защитником. Матсос старается проявить себя как можно лучше, ведь у него контракт национальной сборной. Он пока ни в одном клубе НХЛ не играл. Получает очень скромную зарплату, 20 тысяч канадских долларов в год. Причем сам должен покупать себе экипировку, так как и другие члены сборной Канады. Но надеется, что вот после этого чемпионата сможет, так сказать, приглянуться скаутом, менеджером какого-либо клуба национальной хоккейной лиги. Да, в этом году он сыграл за сборную Канады более 50 матчей. И уже, можно сказать, ветеран. Но один из немногих, которые начинали в составе национальной канадской сборной, готовиться к этому чемпионату. Более 100 кандидатов было проверено.
Вбрасывание подходит к концу. Второй период, а на ваших экранах нападающий чешской сборной из клуба «Злин» Роман Милузин. Но «Злин» в прошлом сезоне неплохо сыграл, этот клуб в финале плей-офф проиграл клубу «Сетин». Подходит к концу второй период, и вот интересно, сможет ли чешская команда прибавить, как она это делала в других матчах в третьем периоде, потому что в каждом из периодов чехи играли все быстрее, все тоньше разыгрывали комбинации. Просто удивлялись мы, откуда вообще у команды берутся силы. Но я думаю, что и канадцы тоже рассчитывают на то, чтобы в третьем периоде сыграть на высоких скоростях, и не случайно они берегли силы, не так были активны, как в первом периоде. Очередное вбрасывание. Трэвис Грин и Ланг. Ферраро занял место Грина. Да, 2 минуты до конца второго периода. Ланг и Томас в первом периоде забросили шайбу, и эти же хоккеисты во втором. Некар. Кысела. Райхель. Вот интересная деталь. 22 номер в составе чешской сборной Кысела. Довольно опытный хоккеист. Сейчас посмотрим за этой атакой. Канадцев бросок. Грин атаковал. Так вот, Кысела довольно опытный игрок. Ему 27 лет, но только вот в этом сезоне вошел в сборную Чехии. Но довольно результативно сыграл в чемпионате Чехии. Стал вторым по результативности после Владимира Ружечки. Выступает за клуб Литвинов Кысела. Меньше минут уже остается до конца. Пари, Кария. Да, не удалось переиграть Сурока. Полукорея слишком сблизился с вратарем, и уже не было пространства, чтобы как-то сделать сложное движение и переиграть вратаря. А как раз полукорея это часто удается. Ну вот звено сейчас и складно в его допатера Прохаску закрутили такую карусель у ворот Джозефа. Ну вы знаете, играл Франтишек Прохаску за сборную Чехии, теперь вот Мартин Прохаску. Они не родственники, просто однофамильцы. Дело в том, что в Чехии очень популярна фамилия Прохаска. Небрежно сыграл защитник чешской команды. Последняя атака, наверное, в этом периоде. Белохлав. И все. 2-2 в финальном матче чемпионата мира между сборными Чехии и Канады после второго периода. Общественное российское телевидение продолжает репортаж из дворца спорта в Штатхалле о финальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Канады. 2-2. И только что начался третий период. Чешская команда сразу активно начала игру. И вы видите, события развиваются в зоне канадского голкипера Куртиса Джозефа. Ну, естественно, что сейчас команды проанализировали то, что происходило в двух периодах, и, по-видимому, равновесие это еще ни о чем не говорит. Некоторые специалисты, которые здесь присутствуют, считают, что все же канадцы сумеют в конце матча, в конце третьего периода показать, на что они способны, тем более здесь есть громкие имена в составе. А что касается чешской сборной, то она отличается прежде всего командной игрой, и здесь, если будет нарушена какая-то одна деталь, то может все расстроиться. Но не будем загадывать, все внимание на площадку. Мейер. Конечно, в составе чешской сборной состав может быть более ровный, но есть тоже неплохие мастера. Вот сейчас на площадке звено Райхеля, 26 номер Райхель, 22 Кысела, 21 Ланг. Кстати, Роберт Райхель играл
в НХЛ, сейчас выступает в Германии в составе клуба Франкфурт и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром немецкого первенства. Больше всех шайб забросил Сергей Березин, а вот лучшим бомбардиром, то есть, если учитывать и шайбы, и передачи, стал Роберт Райхель. 105 очков набрал. Березин отстал на 2 очка. Корея. Вот это умение выдержать паузу, сделать неожиданную передачу, отличает Пола Корея. Он всегда имеет пространство перед собой. Очень трудно атаковать защитнику. Очень трудно. Каберле. Хорошо сыграл канадский хоккеист Дюшен. Но Белоклав так и не смог добраться до шайбы. Дюшен. Вот, хороший выход. Один на один может получиться. Бросок Фордом сейчас очень своевременно вышел вперед вратарь Роман Турок и сумел выиграть. А Корея атаковал быстро, без промедления. Но ворота полностью были перекрыты голкипером. И он все рассчитал. Роман Турок. Турок, как и Райхель, играет в Германии в клубе Нюрнберг. А до этого выступал за чешский Будуйовец. Кстати, тренирует чешский Будуйовец. Очень известный. Вы, наверное, Владимир, помните прекрасно такого игрока сборной Чехословакии Владимир Салдер. Да, конечно. Помните, какие усы у него были? Роскошные просто. Но он не только отличался, ну, конечно, пышными усами, но и прекрасной игрой. Кэссел теряет шайбу. Чешские хоккеисты очень осторожно играют в третьем периоде, практически не выходя за пределы средней зоны. По-видимому, это установка тренера. У канадцев территориальное преимущество, но нет таких высоких скоростей, которые мы видели в первом периоде. Но очень радовались чешские журналисты, специалисты, когда канадцы в полуфинале обыграли сборную России. Видимо, чехи считали, что против канадцев им будет играть легче в финале, чем против нашей сборной. Но вот события показывают, что это не так. Очень упорная борьба, 2-2. И я думаю, канадские хоккеисты имеют неплохие шансы, чтобы выиграть турнир. Ну, с этим, естественно, не согласны хоккеисты Чехии, которые, конечно, делают большую ставку на третий период. И вы видите, как осторожно они играют сейчас, стараясь не упустить атаку канадцев. Вся пятерка откатывается назад, поближе к своим воротам. И лишь один крайний нападающий, как правило, находится у синей линии. Уэсли. Честно говоря, не знаю. Вот Уэсли включили символическую сборную. Вот как раз эта кандидатура, по-моему, сомнения некоторые вызывает. По-моему, ничем особым не запомнился этот хоккеист. Но у него есть определенные преимущества в скоростном таком режиме. Он умеет себя проявить, когда скорости возрастают, множество непредсказуемых ситуаций возникает, ошибок. И вот здесь Уэсли как раз чувствует себя как рыба в воде. Может быть, вот это сыграло определенную роль при определении лучших игроков. Томас. Жон Фе, 46 номер. 19-й Матсус. Какая там яростная борьба. И вбрасывание. Общественное российское телевидение продолжает репортаж из Дворца спорта штат Халле. Финальный матч 60-го чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Канады. 3 минуты 37 секунд сыграно в третьем периоде. Ничья 2-2. Стив Томас сейчас был на экране, хоккеист, который сегодня 2 шайбы забросил в ворота Романа Турока. В чешской сборной отличился дважды Роберт Ланд. А это
Людек Букач. Да, и за его спиной пингвин. Он так склонился над Людеком Букачем. Прямо сейчас такое впечатление, проглотит чешского тренера. А может быть, он с ним советуется. С пингвином? Наверное. Ну, не знаю, что пингвин может прощебетать там Людеку Букачу. Но, возможно, что и даст какие-нибудь ценные указания. Чешские хоккеисты никак не могут выиграть шайбу в зоне канадцев, которые получили возможность для контратаки. Корея сделал передачу налево, и бросок был с дальней дистанции. Как бесхитростная такая, я бы сказал, атака канадской команды. Не приносит им желанного результата. Скорости невысокие по-прежнему. Где-то первое звено, звено Белохлава. Каберле. Каберле его колкал. Семь защитников на чемпионате этому чехов. Поэтому все время меняется состав пар оборонительных. Ну и кроме того, каждое звено находится не больше 35-40 секунд. Естественно, что тренеры стараются сохранить силы до решающих минут третьего периода. И, наверное, в конце будут скорости очень высокие. Но пока осторожность ощущается в каждом эпизоде. Сикора. Кучера. Легко вошел в зону. Смотри, какой проход. Бросок с поворотом. Неожиданно бросил с неудобной для себя стороны, как говорят хоккеисты. Ну и канадцы как-то расступились просто. Высокая техника, хороший дриблинг позволяет ему чувствовать себя уверенно. А это Корея вновь. Хорошая передача назад. И там борьба на пятачке. Опасен Джейсон Доу, 43-й номер. И Яник Перо здесь играет под 44-м номером. Хоккеист, который очень много неприятностей нам доставил. В первом матче сделал все 3 шайбы забросил. А в полуфинале забросил решающий булит, напомню. Решающий хоккейный пенальти. Савьяна. 12 лет назад Савьяна дебютировал в сборной. В сборной еще Чехословакии. Томас. Очень хорошо сыграл защитник Иржи Вебер. Атаковал во время приема шайбы и оказался канадец на льду. Задержка игрока показывает арбитр. Удаление. Корректно проходит матч. Всего лишь 4 штрафных минуты у канадцев было. И сейчас вот еще 2. Матсов удален. Любопытно, что здесь звучит определенная мелодия, когда удаляется хоккеист, и зрители к этому уже привыкли. Да, вот как Савьяна тут задержал Матсу. Казлес, Каберле. И опять на реализацию численного преимущества выходит звено Паттера. Вейвода, Паттера, Прохаска. Павел Паттер на точке выбрасывания. Удалось вырваться Корее, но удаление. Здесь, конечно, нарушение правил. Задержка игрока. В неполных составах будут играть обе команды. Причем канадцы появятся уже с пятером чуть раньше. Да, на 14 секунд. Прохаска.
Ну, чешская команда вообще здесь самая корректная. 52 минуты. 7 матчах всего лишь заработали чешские хоккеисты. Недовольны, по-моему, решением арбитра. Но нарушение было очевидным, и при повторе мы в этом еще раз убеждаемся. Мартин Прохашко, 24-летний форвард из клуба «Кладно». Дюшен. Савьяна хорошо сыграл. Райфель. Какой бросок. В верхний угол влетела шайба. Дюшен. А это Ланд. Томас. Вот сошлись два форварда, два героя сегодняшнего финального матча. На хорошей скорости Иржи Кучера вошел в зону канадцев в окружении двух. Просто поворотом мощнейший бросок Игоря. И в игре вратарь Куртис Джозеф. Очень хорошо атаковал почти от синей линии защитник Станислав Эскар. Играет за клуб «Октава» «Сенатор» с 30 лет. Я напомню, что первый чемпионат мира был проведен в 1920 году. Победителями стали этого турнира канадцы. И после этого выиграли еще 5 чемпионатов мира подряд. Вообще доминировала канадская сборная в 20-е, 30-е, 40-е годы. И к 1961 году канадцы выиграли 19 раз мировой чемпионат. А вот следующего успеха пришлось ждать 33 года. В 94-м году команда под руководством Джорджа Кингстона, где играли замечательные мастера. И Саки, Крабитайл, Шенахан, Сандерсон, Рекке. Канадская команда в 20-й раз стала чемпионом мира. Чехи выиграли мировой чемпионат 6 раз. Последний раз в 85-м году в Праге. 2-2 пока в этом матче и вновь Иржи Кучера. Но пройти к воротам не удалось. Канадцы внимательно здесь играют в своей зоне. И они в полном составе. А на одного игрока больше у канадцев. И тут же последовала атака. Хорошо сыграл турок, парировал шайбу, отбив ее в сторону. Иногда вратари не успевают просто отбросить шайбу в сторону, и она оказывается на пятачке. Здесь, конечно, канадцы всегда превосходят, может быть, своих соперников, поскольку атакуют жестко, решительно и часто добивают шайбу именно вот таких эпизодов. 9 минут 24 секунды сыграно в третьем периоде. 2-2. 19 номер на ваших экранах. Центральный нападающий Радек Белохлав. 26-летний форвард клуба «Чески Будуйовицы». Вот сколько флагов сразу, видите, схватил какой-то молодой человек. Чешских флагов, наверное, штук 12. Да, здесь организаторы перед каждым матчем вот такие флажки заготавливают. Они стоят в огромных ведрах, и те, кто входит в зал, может взять флажок и выразить таким образом симпатии той или иной команде. Проброс. 10-я минута третьего периода. Том Ринни и его команда. А это Людок Букач и его команда. Букач после того, как
завоевал золотые медали на чемпионате мира 85 года, работал 6 лет в Австрии, 3 года в Германии, такая вот зарубежная одиссея Людвига Буковича, но, правда, без особого успеха. Единственное, чего он добился сборной Германии, вывел команду в четвертьфинал первенства мира 93 года. Но вообще чешская сборная на чемпионатах мира выступает в последнее время не очень удачно. За последние 10 лет выше третьего места не поднималась. 5 раз чехи завоевывали бронзовые медали. С командой работали за это время и Ян Старший, Павел Волф, Станислав Новицелы, Иван Глинка. Ну вот второй год Людвиг Букач и заметный успех вывел команду в финал мирового первенства. Ну, знаете, он как-то может очень хорошо организовать команду. Человек необычайно тактичный, мудрый. И его понимают с полуслова игроки. Работать с ним легко, как отзываются многие хоккеисты. И думается, что именно он способен довести вот команду Чехии до этого хоккейного Олимпа. Сегодня он, конечно, надеется на это. Однако вот игра пока идет на равных. Трудно кому-либо отдать предпочтение. Пока 2-2. 11-я минута третьего периода. И, возможно, мы будем свидетелями дополнительных 20 минут. А может быть и хоккейных пенальти, штрафных бросков. Очередная пауза. Очередное вбрасывание и... В третьем периоде заметно больше остановок. Ох, какая тут борьба у борта. Это защитник Каберле. Попал, по-моему, в нокдаун небольшой. Там турок хозяин положения Некар. Очень сложно хоккеистам сборной Чехии организовать сейчас атаку было. Канадцы удачно расположились в средней зоне. Жанфе. Жанфе, Томас и Матсус. Как карты тасует состав Том Ренни. Все время выпускают различные сочетания. Жанфе очень техничный игрок, умеющий быстро ориентироваться. И, кстати, он взаимодействует с любым из партнеров. Мы на это обращали внимание. Как бы умело играет с листа. Ланг. Вот как с ним обошлись-то жестко. Но все в пределах правил. Выкоукал. Ланг напоминает по своей манере и вообще по внешним данным Яромира Ягра. Такие же длинные волосы, такое же катание, пластичная работа рук. И главное, результативен. Две шайбы забросил сегодня. Вот на ваших экранах Роберт Ланг. Коллективный отбор. Мало того, что Ланг был атакован, они еще друг друга немножко так намяли друг другу бока. Да. Мы все время напоминаем о времени, потому что это сейчас очень важно. 8 минут 29 секунд до конца третьего периода. И опять пауза. В равной борьбе проходит игра. И вот в третьем периоде одинаковое количество моментов, острых эпизодов. Но по броскам чехи впереди. 39 раз они бросали, канадцы 33. Команды в этом плане обменялись как бы ролями. Сначала канадцы больше атаковали. Но сейчас вот
все переменилось. Тем не менее, несмотря на большое количество бросков, равновесие в этом матче, здесь многое зависит от мастерства вратарей. Поскольку здесь вот идет отсчет бросков не только в створ ворот. Канадцы разыгрывают комбинацию на своем правом фланге. Корея не точно распорядился шайбой. Очень внимательно играют хоккеисты чехи на своем пятачке. Контратака. Продолжается финальный матч. На 60-м чемпионате мира по хоккею матч между сборными Канады и Чехии. Идет 13-я минута третьего периода, пока ничья 2-2. В первом периоде и во втором команды обменялись шайбами. У канадцев обе шайбы забросил капитан команды Стив Томас, у чешских хоккеистов Роберт Ланг. Этот счет отражает соотношение сил на льду, и трудно предсказать, кто же сегодня возьмет верх. Пока игра проходит в невысоком темпе, много столкновений, борьбы в углах площадки у бортов. Не так уж много бросков по воротам, хотя вот в этом отношении чехи превосходят канадцев именно в третьем периоде. Некар. Дюшен. Ну, по существу, вот кто забросит сейчас шайбу, тот, наверное, и выиграет. Возможно. Или вы не согласны? Я думаю, что канадцы будут атаковать до последних секунд, сражаться. И, конечно, это понимают хоккеисты Чехии. Поэтому очень осторожно порой вот они действуют в третьем периоде. Аккуратно играют защитники. Нападающие, как правило, откатываются назад. Вязкая подвижная оборона не позволяет канадцам заиграть как-то на высоких скоростях, как-то удавалось им в первом периоде и в отдельных эпизодах второго. Вновь вбрасывание. Роберт Райхл на ваших экранах. И Людок Пупыч. Да, он, кстати, он находится в том возрасте, когда тренеры уходят на пенсию. Ему уже 61-й год. А это Иван Глинка, да? Да, это Иван Глинка. Который совсем недавно тренировал чешскую команду. Сейчас он вице-президент Чешской Федерации Хоккея, который возглавляет Карел Гуд. Звено Паттеры у чешской команды. Ну как канадцы сейчас борются хорошо. К бортам стремятся прижать соперников. Такое впечатление, что канадцы играют в меньшинстве. Посмотрите, как чешская сборная прибавила в движении, в разнообразии. А так много бросков по воротам. Вот это как раз о том, о чем мы говорили в начале игры, когда отмечали чешскую команду, способную взвинтить темпами или в конце матча. Но этим же и славятся канадцы. Так что, может быть, в любую секунду они возьмут на себя инициативу в этом плане. Хотя трудно предполагать, что вот так именно будет развиваться событие в этом матче. На высоких скоростях обе команды будут играть. Скорее всего, они будут осторожны, как и в других подобных моментах матча. И не случайно пока 2-2. Такая оборонительная тактика обеих команд очевидна. И не так уж много времени до конца третьего периода. Всего лишь 6 минут 5 секунд. Много силовых единоборств сегодня. Причем чешские хоккеисты не уступают соперникам вот в этом отношении. Лукол, четвертый номер Майер. Ох, какой пас, бросок.
Какая атака. Какая атака динамичная канадцев. И вот опасный момент. Райхель. Можно играть, показывает арбитр. Идет борьба в углу площадки. Неплохо сыграл защитник канадцев. Мне кажется, сильнейший у них Дерек Майер. В отборе очень хороший в организации. Под четвертым номером играет этот защитник. Кстати, очень хорошо знаком с европейским хоккеем. За клуб Тампере он выступает. Дюшен. Ричардсон. Защитник как пошел вперед смело. Сикора. Кучера, бросок. Скорости Кучер. Возросли, явно возросли. Вебер. Я напомню, что Вебер играет в клубе «Стетин». И вот что приятно. В составе этого клуба двукратными чемпионами Чехии стали два наших хоккеиста. Андрей Галкин и Алексей Яшкин. Кстати, воспитанники Воскресенского «Химика», где успешно работал Владимир Васильев. Так что вот в этом году, смотрите, Владимир, чемпионами Италии в составе «Бальцано» стали Масленников и Востриков. Чемпионами Германии Сорокин и Кудашов. Чемпионами Чехии Яшкин и Галкин. Так что очень приятный этот факт, согласитесь. Я думаю, что и обладателями Кубка Стэнли тоже могут стать игроки из России. Прекрасная наша пятерка, играющая в Детройте. Он действительно есть чем гордиться нашему хоккею. Но, к сожалению, вот здесь, в Вене, мы не смогли добиться медалей. Хотя впервые за два года последних сборная России все-таки попала в число четырех сильнейших команд. Ну, это слабое утешение, однако уже какой-то прогресс есть, конечно. Предстоит очень много для того, чтобы подготовить команду, способную сыграть на хорошем уровне на протяжении всего турнира. И, возможно, вот в Финляндии, когда формула чемпионата будет изменена, в основу положен спортивный принцип, наша сборная сможет показать себя значительно сильнее. Ну а до конца третьего периода 3 минуты 45 секунд всего. 2-2. Ну, в зрительном отношении, конечно, вот этот период проигрывает и первому, и второму. Невысокие скорости, много и набор. Минимум риска. По-видимому, отдельные, может быть, хоккеисты могут решить исход этого матча. Кто-то возьмет на себя инициативу, кто-то рискнет. Это мы будем еще наблюдать. Зрители поддерживают участников. Но нет вот прежнего такого шума в зале, как в предыдущих матчах чемпионата. Ну, правильно, все пиво, наверное, уже выпили, все флажки и другие предметы. Атрибуты болельщики распродали. Возможно, это так. Ну и, конечно, напряжение матча как-то сказывается, может быть. И постоянно зрители меняются на трибунах. Дело в том, что сегодня очень дорогой матч. Билеты стоят свыше $50. И, может быть, не всем по карману. И те болельщики, которые действительно вот могут так на протяжении всего матча так скандировать эмоционально, из полкорея атакуют. В падении бросил поворотом, очень опасно. Но нам, Владимир, в отличие от болельщиков, больше повезло. Мы можем весь матч посмотреть, так как и телезрители. Мы ни с кем меняться не намерены. Да, конечно, Пол Корея сегодня старается изо всех сил. Вот посмотрите, казалось бы, уже ничего не смог сделать Пол Корея. А нет, все-таки бросил как-то поворотом одной рукой. Несмотря на жаркие объятия Мартина Прохаски. Да, это удивительно. Я уже отмечал то, что сейчас такая тенденция к игрокам невысокого роста. В общем, в командах появляются хоккеисты, которые способны повести за собой, быть лидерами команд, рост которых не превышает
180 сантиметров. В общем-то, возвращение вот к тем временам, когда действительно вот игроки такого роста и телосложения задавали тон в играх. И не случайно Пол Корея здесь самая заметная фигура у канадцев. То же самое можно сказать и о Ирже Кучера, 30-летнем нападающем чешской команды. Пожалуй, самый заметный здесь, несмотря на то, что он не забросил шайбу, но много раз угрожал воротам. Райхель и Майер. Майер успел раньше. Жонфе. Мэтсус. Уйчик. Райхель. Роберт Райхель на ваших экранах. Вот, между прочим, с этой точки уже не первый бросок Райхель делает. Да, возможно, это любимая точка Райхеля. Две минуты 22 секунды до конца третьего периода. Куртис Джозеф внимательно следит, что происходит в его зоне. А здесь бросонит. Ферраро. И опять пауза. Да, не исключено, что мы станем свидетелями дополнительного периода. Вот уже болельщики смотрели дополнительный период в матче сборных России и Канады, потом сборных России и США. И возможно, увидят они на телеканале ОРТ еще один дополнительный период. А пока Том Рени, видите, словно дирижер, показывает своему хоккейному оркестру, как надо играть вот в эти минуты. Ну, можно сказать, что Рени с успехом перехватил эстафету тренера сборной Канады у знаменитого Дэйва Кинга, который долгие годы с успехом работал с командой Канады, и под его руководством канадцы не раз становились призерами чемпионатов мира. Кстати, Том Рени был его помощником неоднократно. И у этого тренера контракт со сборной до 98 года. Его спросили на одной из пресс-конференций, возможно ли, что он возглавит какой-нибудь клуб НХЛ вот после такой удачной игры здесь канадцев. Он сказал, нет, в будущем когда-нибудь да, но до 98 года у меня контракт и никаких других вариантов быть не может. Вот вы видите, это связь с тем тренером, который находится на трибуне, и он сверху видит геометрию игры, дает какие-то ценные советы, и тут же это переходит уже непосредственно на игру команды. Дюшен. Ричардсон. Вот сейчас пара защитников, два чемпиона мира. Дюшен и Ричардсон. Да, две минуты остается до конца третьего периода. Пока 2-2 в этом матче, очень напряженном, равном. Достойные соперники встречаются в финале. И борьба идет в зоне сборной Чехии. Чешская команда играет на контратаках, старается использовать любой промах соперника, но канадцы предельно внимательны. Сейчас они на своей синей линии встречают соперников, но чешская команда входит в зону броска. Точного не получилось. Ответ канадцев. Пол Корея. Атака издали. Бросок мощный. 2-2 по-прежнему в этом матче. 2-2. И сейчас пойдет последняя минута третьего периода. Напомним, что на шестой минуте первого периода Тим Томас сумел выйти на хорошую позицию и точно бросить. Роман Турок выдвинулся вперед и открыл дальний угол. Счет стал 1-0. Но через две минуты Роберт Ланд
вышел один на один и переиграл Куртиса Джозефа. Второй период тоже было равновесие. Ланг вывел свою команду вперед. Но Стив Томас провел ответную шайбу 2-2. И вот этот счет не меняется. Остается чуть больше минуты до конца третьего периода. Как там ожесточенно борются Жан Фей и Паттера. Томас. Ну вот перехват, атака чешской команды. Вот рядом здесь словацкие работают журналисты, в частности Йозеф Галонко. Он очень часто хватается просто за голову, когда чешские хоккеисты не используют выгодные ситуации. Много было возможностей у чехов в основное время, чтобы добиться успеха. Сейчас еще одна. Гол! За 19 секунд до конца основного времени хоккеисты сборной Чехии забрасывают третью шайбу. Да, Мартин Прохаска забросил эту шайбу. Он попал в объятия своих товарищей по команде. И, возможно, это победа. Возможно, это победа. Остается всего лишь 19 секунд до конца третьего периода. Но канадцы, наверное, еще надеются на что-то. Может быть, на какое-то чудо. Однако, вряд ли оно произойдет. Посмотрите еще раз, как это получилось. Бросок в верхний угол. Вратарь не смог среагировать. Он находился у противоположной штанги. И Мартин Прохаска сумел это заметить, точно бросил. Причем в борьбе с защитником это произошло. Прекрасно сыграл нападающий из Кладно. 11 лет назад сборная Чехии последний раз выигрывала чемпионат мира под руководством Людвига Букача. И теперь очень близки чешские хоккеисты к еще одной победе. 19 секунд до окончания основного времени матча. 19 секунд. Мартин Прохаска, нападающий клуба Кладно, наверное, самую важную шайбу в своей жизни забросил. Кстати, он вообще является среди тех хоккеистов, которые сейчас вот в сборной Чехии, лучшим бомбардиром. 22 шайбы забросил за сборную Чехии этот нападающий. И вот последнюю шайбу, 22-ю, забросил в финальном матче чемпионата мира. Через несколько секунд возобновится игра. И, Владимир, насколько велики шансы канадцев? Я думаю, они не очень велики сейчас, чтобы сравнять. Да, да, просто мизерные шансы. Но канадцы всегда остаются канадцами. Они надеются на что-то невозможное. И не раз они это доказывали в матче. Поэтому буду утверждать на 100%, что чешская сборная чемпион, пока, может быть, рано. Немножко подождем. Небольшое совещание там у скамеечки запасных игроков канадской сборной. Вы видите тренера Тома Рени. Он что-то объясняет своим подопечным. Сейчас, конечно, будет снять вратарь. Последняя возможность воспользоваться вот этой ситуацией, но будет ли чудо? Итак, выбрасывание. Ложа почетных гостей. Все внимательно смотрят на табло. Выбрасывание. Шесть полевых игроков в составе канадской команды. Томас, Грин, Кория, Ферраро, Мейер. И, по-моему, Ходжер. А у чехов Райкель, Кучера, Сикора, Некар. А, клюшки будут замерять канадцы, да? Ну да, это старая, старая такая, знаете, ситуация в матчах, когда канадцы в
вот таким образом старается где-то найти какую-то, ну, маленькую деталь, может быть, это что клюшка не соответствует параметрам. Специальный шаблон. Да, давно мы не видели вот этого приема в исполнении канадцев. Нет, это довольно часто встречалось на чемпионатах мира, вот такая ситуация. Ну, в прежние годы. Ну, кажется, арбитр... Ну что? Что-то подметил в этой клюшке несоответствующее. Возможно, чуть-чуть больше загиб положенного. Все правильно. Нет, не будет удаления у чехов. А у канадцев? А у канадцев будет удаление. Или нет? Торжествующий жест Райкеля. Чеки, чеки, скандируют болельщики. Пятнадцать секунд до конца этого матча. И пока вот пауза, которая длится уже около 5 минут. Ну, у канадцев будет удаление. За это время была измерена клюшка, и, кажется, она соответствует параметрам. Ну вот, в таких случаях удаляется игрок команды, которая... сказал, то есть тут ясно, это всегда так бывает, если не соответствует действительности вот это обстоятельство, то кто-то должен быть наказан. Ну, в данном случае у канадцев отправился на скамеечку Мэй. Штрафников Мэй, да, и сейчас они вынуждены без вратаря пятером противостоять пятерке чешской команды во главе с Райкером. Корея, вот. Ну, 3-1, да. То есть 4-2, простите. Ирже Кучера. 4-2. Забрасывает четвертую шайбу. Пустые ворота. Да, это победа. Это золотые медали. Прекрасно команда Чехии выступала на этом турнире. Сначала предварительно в играх она взяла верх над сборной Швеции 3-1. Затем одержала победу над чемпионами мира финнами 4-2. С норвежцами 2-2, практически уже ничего не решало для выхода в 1-4. Затем чехи убедительно переиграли французов 9-2. Наконец взяли верх над итальянцами тоже с крупным счетом 9-5. Над командой Германии, Соединенных Штатов Америки и Канады. Итак, 7-й раз чемпионами мира становится хоккейская сборная Чехии. Вот так команда празднует успех. Побросали клюшки, шлемы, перчатки. Победа, блестящая победа подопечных Людака Букача. И особенно хочу выделить Антонина Ставьяну, который второй раз становится чемпионом мира спустя 11 лет. И, конечно, Людак Букач, этот выдающийся тренер, блестящий стратег, подготовил отличную команду. Шел к этой победе очень долго. Через неудачу на прошлом чемпионате мира, когда чехи заняли 4-е место. Через не слишком уверенное выступление чешской команды на международных турнирах в этом году. И вот на решающем турнире, на главном старте, победа пришла. Замечательный успех чешского хоккея. Людака Букача. Ну и пингвин тут, посмотрите, затесался в эту компанию. Он тоже радуется вместе с чешскими хоккеистами. Но можно вспомнить, что перед началом чемпионата мира канадцы сделали остановку в Чехии, где встретились в товарищеском матче с командой Чехии и проиграли 2-4. Вот с таким же счетом, как и в финале. И уже тогда многие специалисты считали, что чешская сборная способна
на этот взлет. Однако были скептики, которые утверждали, что товарищеский матч, конечно, никакое сравнение не идет с турниром такого ранга. Но, тем не менее, те, кто предрекал победу сборной Чехии, оказался прав. Итак, 60-й чемпионат мира завершен. В 77-м году выиграла тогда сборная Чехословакии, и вот спустя 19 лет успех. Успех чешской сборной. Ну и канадцы тоже достойны самых добрых слов. Команда неудачно начала турнир и к концу мирового чемпионата смогла прибавить и оказать очень достойное сопротивление чешской сборной. Да, в этом чемпионате было немало сюрпризов. Достаточно напомнить, что хоккеисты Финляндии, чемпионы мира, не смогли побороться за медали. Этого же не смогли сделать и хоккеисты Швеции, которых считали фаворитами турнира. Наша сборная не сумела тоже побороться за медали. И вот за долгие годы бронзовыми призерами стали хоккеисты Соединенных Штатов Америки, серебряные награды у канадцев. Итак, сейчас состоится торжественная церемония награждения. Роман Турок, Роман Чехманок, Петр Франок, это вратари, защитники Антонин Ставьян и Юрий Вебер, Станислав Некар, Михаил Сикора, Драгомир Кадлес, Франтишек Каберли, Юиржи Вукоукал, нападающий Радок Бонк, Радок Белохлав, Давид Выборны, Роберт Кусила, Роберт Райхель, Роберт Ланг, Ода Корвеевода, Павел Патера, Мартин Прохаска, Виктор Уйчик, Иржи Кучер, Роман Милузин и, конечно, Иржи Топита, которого не было сегодня, он... К сожалению, в больнице, но он тоже по праву может разделить успех товарищей по команде. Ему тоже будет вручена золотая медаль. Стив Томас получил приз лучшего игрока в составе канадской команды. И Роберт Ланг, конечно, у чешской сборной. По две шайбы они забросили в этом решающем матче и, конечно, были самыми заметными на площадке, это бесспорно, поэтому справедливое решение жюри. А сейчас чешская команда в окружении многочисленных фотокорреспондентов. Ну, Владимир, самый лучший подарок – это фотография с пингвином, по-моему, для чешских игроков. Ну, не раз он с ними встречался здесь, подбадривал их и, видимо, в какой-то мере он тоже причастен вот к этому успеху, к той атмосфере, в которой проходил этот чемпионат, на котором побывало более 70 тысяч любителей хоккея разных стран. Он запомнится многими матчами и, конечно, будет какое-то грустное чувство у нас, когда мы будем вспоминать игры нашей команды, прекрасно игравшей в этом турнире, но не выдержавшей свои напряжения до конца и финишировавшей на четвертой позиции. Ну а пингвин отобрал у Ланга букет роз и всем зрителям сейчас предлагает розочки. Куртис Джонсон назван лучшим, одним из лучших игроков в составе канадской сборной. Но это естественно. Каждая команда по окончанию называет трех лучших игроков. Дерек Мейер. Мы его отмечали в сегодняшнем матче, защитник из клуба Таппора. Да, он был одним из лучших, безусловно. Но нападающий, кто, как вы думаете? Не проиграл ни одного единоборства вот этот защитник из клуба Тампере. И Яник Перо
лучший нападающий. Видите, не Кория, а Перо. Да, злой хоккейный гений. Он лишил нас медалей по существу, вот этот нападающий, забросив шайбу решающую, штрафной бросок. И к тому же три шайбы было заброшено Яником Перо в предварительном турнире нашей сборной. Ну что ж, уважаемые любители спорта, наша трансляция, прямая трансляция из Вены подходит к концу. Она была организована общественным российским телевидением. Все репортажи были организованы общественным российским телевидением из Вены 60-го чемпионата мира. Мы благодарим многочисленных специалистов, которые работали, помогали нам в ведении этих репортажей. Для вас на протяжении этих двух недель работали Владимир Писаревский и Андрей Голованов. Поздравляем сборную Чехии и надеемся, что наша команда в следующем году в Финляндии выступит как можно более удачно и, возможно, выиграет золотые медали. Вот с этой надеждой мы и прощаемся.